Автор первого забитого мяча у ворота команды «Септимбаш» Новосибирск Вадим Стасенко. Четвертая минута. На 12-й минуте первого тайма мяч у ворота команды «Кузбасс» забил Алексей Щеглов, номер 4. Минута матча. А мяч у ворота команды «Септимбаш» забил Алексей Ничков, номер 4. Поправка. Мяч у ворота команды «Септимбаш» забил Константин Зубарев, номер 80. Так,
Матча добавлено главным арбитром 1,5 минуты.
Завершился товарищеский матч между командами «Ситермаш» и «Новосибирск».